провели в целом неплохой матч по содержанию, но случились два отрезка в первом тайме, в начале второго, когда мы пропустили по два гола. Пропустили со стандартов. Наше сейчас больное место – это стандарты, хотя много разговаривали, но опять на те же грабли наступаем. А так, в целом, игра понравилась, могли даже вернуться в игру во втором тайме. За второй тайм, конечно, ребятам спасибо, что они не остановились после 0-4, продолжали играть, показывали довольно неплохой футбол. Ну, чемпионат у нас получился неровным. Если так выразиться, первые два тура у нас получились веселые. Выездная игра с Арсеналом 3-3, потом победа над Славией 5-3. И после этого неудачи, было много поражений. Хотя, может, некоторых игрок и не заслуживали этих поражений. Но, в конце концов, нашли свою игру. В конце первого круга, начале второго, показали довольно неплохой футбол. Были победы. Обыграли «Динамо» Минск, «Шахтер», то есть лидеры наших чемпионата. Ну и, как бы, может быть, даже это сыграло плохую службу, что мы, как бы, слишком рано поверили, что мы можем всех обыгрывать. А здесь, в чемпионате дублеров, все команды, в принципе, одинакового уровня. И после этих игр случилась череда поражений, которая продолжается до сих пор. Но постараемся в последней игре, конечно, уже добиться положительного результата. Ну, в принципе, неплохая была игра. Сыграли 4-2. Ну, были моменты, могли забивать. Если бы даже Джонни забил после, ну, в середине второго тайма, когда попадал в штангу, могли бы и переломить игру. Когда в первом тайме два гола за предельно короткое время, за полторы-две минуты, с чем это связано, как ты считаешь? Ну, пропустили со стандарта то, что предупреждал тренер. Второй гол тоже пропустили, ну, нелепо, можно сказать так.